Очередной конвой гуманитарной помощи отправили в Донецк из Сургута. Со всего округа неравнодушные к чужой беде люди собирали необходимое – предметы личной гигиены, крупы, консервы, теплые вещи. Наша съемочная группа присутствовала при отправлении гуманитарного конвоя. Акция «Твори добро» стартовала с целью сбора вещей для малообеспеченных сургутских семей и для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Неравнодушные люди приносили и одежду, и обувь, и игрушки. Вещей принесли столько, что у единороссов, которые инициировали проведение акции, получилось и помочь нуждающимся, и организовать гуманитарный конвой в ДНР. Уже сейчас, когда поток вот местного населения, он истек, будем так говорить, да, было принято решение, чтобы оставшиеся вещи, которые принесли, а их все еще несут и будут нести, и мы их будем принимать, было принято решение отправить в Ростовскую область и на Донбасс. Это уже третий гуманитарный конвой, который отправится в Новороссию из Югры. Вещи, кстати, присылали со всего региона. Получилось собрать даже новогодние подарки для детей. Большое количество груза – это канцелярия, детские принадлежности, школу Югры собирали. Вот. То есть прямо в школах будем раздавать непосредственно детишкам детские подарки социально незащищенным гражданам, то есть оставшимся без родителей, больным детишкам. Есть детские подарки, которые тоже будем раздавать. Подключились к сбору и предприниматели. Например, магазин «Соленик» Элизионе решил отправить в Новороссию 20 новых дубленок и курток. Прием вещей продолжается. Одежду и продукты длительного срока хранения можно приносить в офис общественной организации «Содружество», проезд «Дружбы-6». Местное отделение партии «Единая Россия» на Ленина, 45. И в телерадиокомпанию «Сургут-Интерновости». Вчера до позднего вечера к нам несли и одежду, и продукты питания, и игрушки. Поэтому мы, конечно же, людей не будем отправлять обратно. Мы найдем применение этим вещам, потому что нуждающиеся всегда есть. Без третьего югорского гуманитарного конвоя 40 тонн. Фуры отправятся до российской границы. Там груз распределят по другим машинам и отправят по разным городам Новороссии. Дарья Давыдова, Ольга Нахаева, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости.